Например, самокат вряд ли бы понял бы такую вот такие данные. У самоката быстрые процессы. То есть, что это значит? Так как они ищут и находят спонсоров всяких на 46 миллионов, которые они нашли для Буйка. Байка. У них быстрые процессы, то есть это как платформа, я им объяснил, они не понимают. То есть работники самоката, у них такое мышление, они мыслят, да, они все классные, наверное. Вот. Но когда им говоришь, что самокат — это платформа, на которую приходят люди и что-то делают, а потом уходят, вот, они этого не понимают. Вот. Айтишники, может быть, это поймут. Вот. То есть это, кроме того, что это платформа, это еще наподобие девайса. То есть нужно представить компанию в виде предмета. Это девайс. И он нагревается, то есть чтобы им пользоваться. Что-то им пользуется, ну, может быть, клиенты. Вот. И он нагревается. Нагревается он в виде курящих работников. Вот. То есть второй год снова я прихожу, и снова все долбятся. То есть они долбятся сигаретами. Это ускорители. То есть это согреватели, ускорители. Вот у них что-то не получается, чтобы у них получалось, ну, обычно. На моем примере это легко понять, что когда ты гоняешь на велосипеде, когда ты делаешь работу, когда ты доставляешь заказы, тело слишком сильно износится. Вот. И за поддержки никакой нет. То есть для износа тела никакой поддержки нет. Единственное, это списание, которое иногда бывает, и товароведы пакетами это все сжирают. Вот. Ну, нагрузка, износ, не нагрузка, износ тела как единицы, ну и в том числе и как тело, отражается на тратах. То есть приходится для того, чтобы для минимизации износа приходится много тратить курьеру. То есть люди постепенно, когда дольше работают, они начинают больше тратить. Вот. В этом смысле самокат — это невыгодное вложение для тех людей, которые приходят туда, потому что слишком большие траты идут на то, чтобы поддерживать этот девайс.